Бретонский спаниель, порода собак. Очень популярная во Франции легавая бретонский спаниель, самая маленькая и, пожалуй, самая азартная из континентальных подружейных пород. Он умеет искать дичь, указывать на нее и приносить охотника. Он энергичный, неутомимый, с острым умом, настоящая рабочая собака, которой нужно много упражнений для тела и мозга. Еще он добродушный и ласковый, замечательный компаньон, прекрасно подходит для жизни и в семье, при условии, что у него будет хорошая возможность тратить свою неуемкую энергию на охоте, состязания по обидиенс или аджилити. Бретонский спаниель получился благодаря удачному сочетанию французских и английских пород. Рабочие бретонские спаниели известны еще в 1700-х годах, прозванные Форес. В 19 веке были скрещены с сеттерами и пойнтерами, которых привозили британские охотники. Результатом стала превосходная подружейная собака, получившая широкое признание к началу 20 века. В США она попала в 1920-х годов, а в Британию лишь в 70-х. Теперь пользуется заслуженной популярностью во всем мире. Бретонский спаниель больше подходит для загородной жизни. Ему нужны поля, где он может волю бегать и совершать с хозяином долгие прогулки. В доме он очень активный, и ему нужен довольно большой, надежно огороженный сад, где он сможет сжигать хоть часть своей энергии. Как легко обучать бретонских спаниелей? Бретонский спаниель учится всегда уходить хозяину. Очень легко дрессировать, хотя отдельные собаки упрямятся и их приходится ласково, но твердо направлять. Лучше придерживаться спокойного, последовательного метода дрессировки, подкрепленного поощрениями. Это очень впечатлительная собака, плохо реагирует на грубое обращение и хорошо на поощрение. Чего нужно опасаться? Большого стремления к работе и энергии. При неудовлетворительности наступает разочарование. Кроме того, собака требует много внимания и страдает от боязни разлуки.